Вилла в Мерисе. 5 комнат, все с кондиционерами. Своя территория, дворик с газоном. Первая сдача. Вилла вся полностью отреставрированная, беленькая такая, чистенькая. Хозяин вчера закончил все приготовления, все покрасил для гостей. Вот такой дворик. Пойдемте смотреть дом. Входим, здесь кухня и зона столовой. Столешница, плитка, шкафчики. Есть даже новая кофемашина и блендер. Холодильник тоже хороший. Здесь есть камеры наружного наблюдения. Стулья и телевизор. Лампы тут красивые. Идемте в первую комнату. Все кровати на заказ сделал хозяин. У каждой свой цвет. Обратите внимание. Почти в каждой комнате есть стол, по-моему, и трюмо. Есть шкафчики. Это вход отдельный в комнату с улицы, не через дом. Ванная. Душ. Очень необычная планировка у этого дома. Вот где туалет, да? Вроде как не видно. Где? Где? А туалет вот здесь. Тут лестница на второй этаж. Осторожно, ступеньки. Зачем-то. Еще один вход с улицы. И здесь две комнаты. Раз. И два. На первом этаже получается 3 комнаты. Синяя комната, назовем ее так. Тоже трюмо. Есть стол. Все комнаты с кондиционерами. Сушка для белья. И санузел. Третья комната. Серая. Тут большое-большое зеркало. Везде есть горячая вода. Так, еще посмотрим так. На
на второй этаж. Идемте. Хозяин сказал, что здесь есть у него уже проводной интернет, файбер. Четвертая комната. Здесь две кровати. Family room. Санузел. Туалет. И где же душ? Где же душ? А вот он. Вот так. Необычная планировка просто. Планировку делал владелец. Здесь балкончик небольшой. Шкафчик. Последняя комната. Шкафчики тут есть. Вот это душ. Здесь выход. Еще нет, еще нет. Сейчас будет выход на балкон открытый. Угу. Валя. Такой симпатичный домик. Я думаю, что единственный минус у него есть. Вы это слышите? Какой минус? А так двор красивый. Зеленый двор. Все новенькое. Вот такой дом.